пирожочки будете? Спасибо. Горячие пирожки. Берите. Девочка. Пирожочки. Что? Вы нам что-то говорите? Девочка? А, да. Красавица. Давай, милые, подсоблю. А ты поспи. Нет, спасибо большое. Не нужно, мы сами. Издалека едешь? Да. Издалека. Вот жизнь. К матери чай едешь. За помощью, небось. Покупай свежий нож. Вот так у вас у молодых. Как что, сразу к матери. А я не к матери еду. Я от мужа сбежала, у меня муж пьет сильно. А маму мы расстраивать не хотим. Мы просто ушли от него, да? И куда? А разберемся. Да ты что, родимый, не знаешь, куда ехать? Куда-нибудь. А хочешь, поехали ко мне в Беличи. Там и хата есть пустая, сестры моей покойной. В Беличи? Да, в Беличи. Ну как ты, со мной? Да. Ничулок какой, да? Да. Так. Зажгли просто. Держи тебе. Идем, идем. О, спасибо. Ребятки, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Держите. Пожалуйста. Удачной дороги. Удачи вам. Спасибо большое. Долго еще идти? Потерпи немножечко. Еще вот за поворотом и все. Ага, вот еще немного в конце этой улицы. И мы дома. Совсем недолго осталось. Да, погрести. Да, конечно, я-то погрести. С ребенком же тяжело. Садись давай. Спасибо большое. А где ты их подобрала? Кто такие? О, нечего тебе знать. К участковому больше не ходишь, так что отчета тебе нет. А жить где будут? В хате моей сестры. Ну, вот и все. Живи себе. А если захочешь к мужу вернуться, то хату запри, а ключик под порожек положи. Угу, я поняла. Спасибо вам за все огромное. С Богом. Вот, свои принес. Хату надо разогреть. А то в ней долго, давно никто не жил. Спасибо вам большое, я заплачу. Заплатит она. Привыкли в городе все деньгами решать. Иди корми, а я сам растоплю. Ты сама хоть кормишь? Сама. Молодец. Давай сюда. Что? Там картинка. Смотри, смотри.
Помощь нужна? Да нет, спасибо, я вроде справляюсь. Боже мой, простите, ой, пожалуйста. Господи. Ой. Вам бы мужика позвать. У них это как-то получше. Получше получается. Не знаю я никого. А зачем их знать? Вон там, возле магазина, бездельников этих много. Спасибо. Извините, пожалуйста, а как вас зовут? Лена. Очень приятно. А я Наташа. А вы здесь живете недалеко, да? Соседка ваша. Спасибо большое. Лучше тебе здоровья. Мария молоко возила, дура продала. Здорово, девицы красавицы. Здравствуй, Петр Алексеевич. Как жизнь? Кудри вьются? Вьются. Ну что, есть какие-то проблемы, пожелания? Есть. Окошко нужно починить. Совсем развалилось. Окошко? Сделаем, сделаем. У нас же работа такая. Помогай. О, слава победителю. Я вас тогда завтра жду. Хорошо, договорились. Спасибо большое. Добрый день. Здорово. А это что за птица? Ой. Говорят, от мужа сбежала. Одна с ребенком приехала. В доме Серафимы живет. У Серафимы? Городская. Ясно. Ну, спасибо за яблочки. Ждите женихов своих. Ждем. А я побежал. Дела? Ждем. Дела. Здравствуйте. Мне известно, что в вашем отделении были сняты деньги. Вот по этому коду. Мне необходимо знать, кто снял деньги. Вот. Подвезти, красавица? Спасибо, не нужно. Нам недалеко здесь. Тормозни. Боишься в машину садиться? Так ты не бойся, меня тут все знают. Все. Привет, Матвеевна. Здравствуй. Давай помогу. Давай. Да. Ну, у нас принято это так. Помогать друг дружке. Это ж тебе не город. Спасибо, конечно, но в городе, в общем, все друг другу тоже помогают. Да знаю. Я смотрю, ты от этой помощи сюда избежала. Ой, Простите, я ляпнул, не подумавши. Простите, у меня бывает такое. Сорвусь там. А как вас зовут? Наташа. Наташа? Красивое имя. И дочка у вас красивая. Вы это, не стесняйтесь. Если нужна машина, там, продукты подвезти или что-то еще, вообще без вопросов. Быстро сориентировалась. Нянек у нас тут пруд-пруди. И бесплатно. Но особенно, если я попрошу. А как вас зовут? Петр Алексеевич. Просто Петя. Спасибо вам, Петр Алексеевич. А, вот. Мы подумаем. А, прошу. Ну, вы потом... Спасибо. Вася. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я прошу прощения, вы не видели эту девушку? Нет. Нет. Классно играешь. Спасибо. Не видели эту девушку? А вы кто? Дед Пихто, друг ее. Помнишь? Мы ее на поезд посадили. Она еще с ребенком была. Ну, допустим. Ну, допустим. Ну, допустим, соточку давай. Ух. Ну, давай. На. Спасибо. Нет, ну а что? Мы эту женщину на поезд посадили. Чисто из человеческих побуждений. Она еще с ребенком была. Просто помогли. А что? Так, а куда она поехала, не помните? Соточку, быстро. Какой ты хитрый, а? Ладно. Соточка. Вопрос повторить?
до Беличи. Да, кажется, до Беличи. Ну, закажется соточку. Погоди. Так. Какая там? Приозерная. Да, до Беличи. Точно до Беличи? Давай. Точно, точно. Спасибо. Счастливо. Над барханом крыш в свете месяца тает звезда. Мама с тобой, твоей мамы любовь не оставит тебя никогда. Мама с тобой, твоей мамы любовь не оставит тебя никогда. Здравствуй, Наталья. Здравствуйте. Ты ко мне заходи, я тебе мед дам. Варенье у меня там есть, масло облепиховое. Витамины нужны ребенку. Ух ты, спасибо вам огромное. И ты скажи, если что, мы молоко козе приносить будем. Ой, это вообще было бы чудесно. Ты же знаешь, это лучше всяких лекарств. Ну да. Зайди, зайди. Ага. Вишенка, абрикосик. Боже, да куда же нам столько-то? Тебе дают, ты бери. А мед ты какой любишь? Мед? Извините. Хозяюшка, встречай гостей. Тихо. Ребенок спит. Ты че? Угу. Встречай подарок. Махина. Карета. И сноса нет. Зачем вы? У меня есть деньги, я сама могу купить. Ну, это же одна сельчане сбросились. У нас так принято. Новоселом. А ты деньги есть. Тут понимать надо. А я к тебе по делу заскочил. Вот решил на участок свой глянуть. В смысле на свой? Ну, это же мой участок. Участок, дом. А мне Серафима Степановна разрешила тут пожить. А она не говорила, что я давно его уже откупил? Нет, не говорила. Она говорила, что дом не продается. Все продается. Все. Старенькая стала. У нее этот, как его, склероз. Нет, дом-то, конечно, не продается. Это же, посмотри. Кто купит такую рухлядь-то? Кому нужно? Дом нет, а вот земля. Земелюшка здесь хорошая, жирная земелюшка. И вот, получается, я тут хозяин. Дом, конечно, планировал снести. Вы извините, но если вы сносить планировали, то нам нужно время какое-то, чтобы другое жилье найти. Ну, что ты такое говоришь? Да что ты? Что ты переживаешь? И ты подумала-то? Ну, как я могу такую красивую женщину оставить одну на улице? Я не понимаю, чего вы хотите. Я чего хочу?
Чего хочешь ты? Ну вот хочешь, завтра пацаны приедут с кирпичами, с цементом, с побелкой. Все сделают такое, мама, я говорю, будешь жить, как у Христа за пазухой. Я ни о чем таком не просила. Ты не просила. Но я ведь могу попросить. Мне что надо? Чтоб дом был ухоженный. Чтоб за ним следили. Чтоб хозяюшка была. Ну, так сказать, поприветливее. Ну что ты, да? Мне это не подходит. Откуда же ты у нас взялась-то такая? Приехала. А? Норовистая. Ты знаешь, что со мной так не говорят? А мне все равно, как с вами говорят. Коляску со двора заберите. Это люди покупали! Не устраивает ее. Устроит. Подумай! Время у тебя еще есть. Пока. А я заскочу на недельки. Ишь ты, не устраивает ее. Устроенная чересчур. Не устраивает ее. Вот. Надо усмирить эту кобылку. Понял. Что ты понял? Ну, как обычно. Что как обычно? Что как обычно? Как обычно будешь вон со своими деревенскими бабами. Это город. Здесь надо по-другому. Значит так, возьмешь молодняк с лесопилки. Скажем, что припугнули. Но только тихо. По-легкому. Понял. Сама ко мне прибежит. Хорошо. Что хорошо? Поехали, поехали. Чего стоим? Не устраивает. Тихо, тихо, тихо. Спи, моя хорошая мама тебя никому не отдаст. Решил, он тебе покоя не даст. Мало ли что он решил. Мне здесь хозяйка позволила жить. Есть же какой-то закон, в конце концов. У нас у кого больше денег, у того и закон. А это страшный человек. Страшный. Он в буквальном смысле слова идет по трупам. Все, кто ему землю отказались продавать, все пропали. Один утонул, другой под трактор попал. Федор попытался расследовать, а его уволили, с должности сняли. А не ушел бы так, тоже пропал бы. Господи, какой кошмар. Но нам просто некуда идти. На, держи. Мы что-то придумаем. Спасибо. А потом королева с маленькой принцессой убежали от злого чудища аж в 39-е царство и жили там долго и счастливо, да? Да. Показали.
показали лица, быстро! Все, все, все. Вон отсюда! Вон! Сядьте! Не иначе, как шабашники. Петьки на этой лесопилке. Все хорошо, маленькая. Все. Мама здесь, все. Помнишь, я тебе говорила? Петр не даст тебе покоя. На, выпей, успокойся. Большое. Господи, ну вы же пришли. Мы? Мы пришли. Просто год назад на твоем месте оказалась я. Вот в такой же ситуации. Тогда, если бы не Федор, то... Господи, спасибо вам большое. Ну, теперь говори правду. Зачем ты здесь? Ладно. У моей младшей сестры родился ребенок. Жанна. Ну, ты же обещала мне не пить. Ты мне тоже кое-что обещал. Жду тебя наверху. Вот так и убежала я из города, спасая Лидочку. Да. Рассказать никто не поверит. От хорошей жизни не убегают. А у вас тоже что-то случилось? А у нее дочку убили. И вот Лена здесь тоже от своего горя прячется. Простите, ради бога, я... Ничего. Ничего. Я... жила в городе. Преподавала немецкий в университете. Все было. Дом, работа, дочь. А потом в один день как-то все рухнуло. Пьяный мажор на крутой тачке сбил мою дочь насмерть. Боже, какой кошмар. Я судилась, а суд проиграла, у него деньги, связи. Ничего не смогла доказать. Билась. Потом собралась и уехала. От боли, от воспоминаний. Оказалась тут. А вы, Федор Иванович? А что я? Меня же свои подставили, жлобы. Теперь вот здесь вот рыбу сушу. Федор! Федор! Из вагоня! Ну, черт! Федор! Лена, тихо! Лена, ну успокойся, ну ты ничего не вернешься. Ну, успокойся. Ну все. Ничего не вернешься. Юля! Юля! О, Боже! Юля! Тихо, тихо! Зулечка, моя хорошая, тихо. Я слушаю. Кирилл, прости, что так поздно. Новости есть какие-нибудь? Все нормально. Я еду туда, где она. Если нужна помощь, ты мне скажи. Я пришлю, только скажи, Антон, куда. Когда я найду, я дам тебе знать. Возможно, скоро Кирилл найдет Наташку.
Жанна. Вот и рад. Я теперь Петьке хату вовсе не продам. Лен Федор, это же из-за меня все. Вы за меня заступились, я вам очень обязана. Да ты сама себе-то помоги. У тебя на ребенок на руках. Знаешь, Наташ, я так тебе скажу. Для того, чтобы горе избежать, надо развернуться к нему лицом. А я все пряталась. И что я имею? Да ну, у них связи, у них деньги. Что я могу? У меня даже доказательств нет. Ничего, насчет доказательств я тебе подсоблю. Все-таки всю жизнь служил, кое-что умею. У меня в городе двухкомнатная квартира. Она пустая стоит. Я думаю, тебе пригодится. Да ну, неудобно как-то. Может быть, судьба нас не зря свела. Чтобы мы как-то с тобой могли свое горе легче пережить. Здоров, братишка, как дела? Наташу нашел? После завтрака обычно. Почти. Что значит почти? Я вычислил, где они. Сейчас на месте в деревне. Люди говорят, она жила тут. То есть жила? Сегодня утром уехала. Вместе с соседними погорельцами. В город. Здесь инцидент произошел. Надо еще выяснить, что именно случилось. А в балкон? Балкон должен быть всегда закрыт, чтобы Никитушка не... Кирилл. Нужно срочно найти Наташу. Если тебе нужна помощь, я дам тебе парней. Это лишнее. Дай мне пару дней, я найду ее. Приехали. Выходим. Выходим, приехали, давай сюда. А вещи я сам возьму. Вот эту сумочку. Спасибо. Вот и приехали. Это мой дом. Пойдем. Проходите, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Что будем делать? Что мы будем делать? Что мы будем делать? Что будем жить? Вот ради этой крошки и будем жить. Деньги на первое время у нас есть. А потом надо возвращать свои активы. Угу. Отберем у Кости то, что он присвоил. У меня даже план есть. Какой же это план? Начинать будем с рекламного агентства. Начинать будем с рекламного агентства. Да. Денег достаточно. Снимем офис на несколько недель. Откроем фирму однодневку. И у Кости наших клиентов переманю. Да, дружочек? Ну, а потом будем по ситуации разбираться. Ну, вот тебе как раз-то светиться нельзя. И ребенок у тебя маленький. Мы и не будем светиться. Я с дочкой здесь буду сидеть. Да, дружок?
а Федор Иванович отправится к Косте. Толково. Разберется там с ситуацией, узнает, что да как. Алена, по-моему, говорила, что она немецкий преподавала, да? Ну да. Изобразишь бизнес-леди из Ганновера? Я? Бизнес-леди из Ганновера? Жила долгое время в Ганновере. Потом приехала на родину, решила бизнес открыть. Клиенты любят такие изюминки. Ну, Наташ, ты на меня посмотри. Посмотри, какая из меня бизнес-леди из Ганновера. О, сэр Гудфрау. Я не помню, когда каблуки надевала. Отличная получится бизнес-леди. А теперь позвольте вам представить фрау Штерн. Дарх мир форштеллен, фрау Штерн аус Ханновер. Очень приятно, фрау Штерн. Фантастика. О, столе дали, я не ела. Нет, я в шоке. Третий раз постер переделывают, а все хуже и хуже. После ухода Натальи здесь вообще не с кем работать. Креатива ноль, зато цены все. Будем менять фирму. Это все хорошо, но вы человек в возрасте, и, честно говоря, меня это смущает. Курьер – должность, одним словом, для молодых ног. А вы не обращайте внимания на возраст. Здоровье у меня еще. Ого-го. Костик, молодые за такую зарплату не пойдут. Ну, ладно. Но только учтите, что вам придется мотаться по всему городу и своим ходом. Ну, это понятное дело. Вы не волнуйтесь, у меня проездной. Спасибо. Ну, это хорошо. Вы можете приступить прямо сейчас. Согласен. Ой, как хорошо, что вы приехали. Да, мы с гостинцами. Мам, а папа-то как? Ну, более-менее. Он сейчас заснул. Мы чай будем пить. Ой, да не надо ничего. Если бы вы позвонили, я бы расстаралась. Да успокойся, мы ненадолго. Мы поговорить с тобой хотели. Конечно, надо было тебе все с самого начала рассказать. Но мы не хотели тебя тревожить, и папа у нас в таком состоянии, ну, что… Папа давно себя хорошо чувствует. А что у вас случилось? Мама. Ой, привет. Здоров. Ой, я так устала. Давно на этих ходулях не ходила. Так, офис сняла. Тебе бы понравился. Отлично. Ты кушать хочешь? Я там суп сварила. Нет, я хочу упасть. Пошли. Устала, как собака. А еще… Ой, Наташа, все по твоему списку я купила. Все хорошо. Здорово. Значит, завтра можем обзванивать клиентов. Если я доживу до завтра. Куда ты денешься? Я не могу в это поверить. Этого не может быть. Мам, успокойся, не плачь. Я сама в это с трудом верю. Мы не хотели, мам, тебя расстраивать. Мы думали, что мы сами все решим и совсем разберемся. Мам, успокойся, пожалуйста. Теперь послушай меня внимательно. Послушай меня. Если вдруг Наташка объявится, ты не подавай виду, как будто бы ты знаешь. Ты сразу позвони нам, хорошо? Слышишь, ни одному ее слову не верь. Когда человек пытается оправдаться, он способен на все. Мы ей поможем, мам. Ты только нам позвони и успокойся. Этого ну все, все. Не может быть. Все, все, мама, успокойся, все, пожалуйста, я успокойся. Не поверю. Почему? Ну не плачь, мам. Почему не плачь? Вы раньше ничего не сказали, и почему? Мам, все, ч-ч-ч-ч-ч. Мам, ну не плачь. Ну все, все, все. Мам, возьми себя в руки. Значит так, мой голос и не знают, поэтому звонить им будешь сама. Не переживай, я тебе скажу, что как говорить, все будет хорошо. Единственное, каждому клиенту нужен индивидуальный подход. Вот, например, Ольга Алексеевна. Это кто? Это дистрибьютор Аль Грошен. Аль Грошен. Грошен. Еще. Ой, все, не могу больше. Так. Нет, нет, Наташ, я не буду, я не могу, у меня не получится. Да ну ты что, у нас нет другого выхода. Получится, получится. Давай. Дамы, поздравляю. Теперь у вас свой человек в конкурирующей фирме.
себя? Да. Может... Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен доступ ко всем активам фирмы. Мне нужны деньги сейчас, очень. Тут какая-то немка приперлась, переманила половину моих клиентов. Так что, как и договаривались. Мне нужно полное владение фирмой. Ну, пока с ребенком все не решится, ничего не получишь. Ну да. А дело с ребенком, кстати, криминальное? Я не понял. Ты сейчас мне угрожаешь, что ли? Я еще раз тебе повторяю. Все права на бизнес от наследников получишь после операции, точка. А ты не торопись. Я тебе тоже кое-что хочу сказать. Мне нужно все и прямо сейчас. Вот тут у меня очень интересное видео, на котором ты с Жанкой рассказываешь, что и как вы будете делать дальше с ребенком Наташи. Не понял. Прости, я записал ваш разговор, когда вы приехали ко мне. Ну куда сюда? Да не суетись ты. Это ж всего лишь копия. Оригинал сразу пойдет в прокуратуру. Так что переоформляй фирму. Ага. Федор Иванович, где вы ходите? Так, вообще-то у вас заказ. А, так, поторопитесь. Ну, что? Все готово. Нравится? Спасибо. Замечательно. Чудесно. Здрасте. Здравствуйте. Ну как я тебе? Восторг. Так что? Ресторан самый дорогой. Конечно. Счастливо. Большой, просторный, светлый салон. Спасибо. Хотелось тебя немножко отвлечь. У тебя получилось. Ну, а как у тебя дела? Зачем Костик тебе звонил? Поехали. По дороге расскажу. Писали. Ух, еле смотрел. Вы бы еще ночью пришли. Я опаздываю к своему парикмахеру. Так это же на другом конце города. Транспортом пока туда и обратно. Ладно, ладно, все, давайте. Я спешу. Так бегите, Наденька, я знаю, как закрывать офис. На сигнализацию знаете, как ставить? Ну, конечно, не впервые. Я же работал охранником. Прекрасно. Я тогда побегу. Вот вам ключи. Смотрите, не потеряете. Да, удачи. Ну, все, я побежала. Спасибо. В этом случае бизнес будет твой.
Если объявится Наташка, и со счетов начнут уходить деньги, ты мне об этом быстро докладываешь. Все. Пойдем. Это уже что-то. С такими уликами им суда не избежать. К сожалению, чтобы их осудить, этого недостаточно. Ни одного имени, никакой конкретики. Ничего. Это хорошее начало. Кто же им дал право решать, кому жить и кому умирать? Привет. Ну что, нашел? Достал в Беличах. Кто это? Это те, с кем Наташа исчезла. Какова их роль, уточняю. Я так и знала. Я знала, что Наташка одна не способна до этого додуматься. Что дальше делать собираешься? Что там? Фрау Штерн. Я прослежу за ней. Может быть, она выведет на Наталью. Молодец, Кирюша, молодец. Найди ее, пожалуйста, поскорее. Я себе уже места не нахожу. Кирилл, Ищейка. Молодец, что ты его вспомнила. Слушай, но он точно так же легко может выйти и на Костика. И вообще, ты знаешь, в последнее время Костик себе очень много позволяет. Я надеюсь, ты же не собираешься и вправду ему фирму отдавать? Ну, конечно, нет. Следил. Нет, пока не нашел. Антон, я помню, я работаю. Привет. Привет. Кирилл, ну сколько можно мотаться? Только по ночам тебя и вижу. Ну ты совсем забегался, устал. Кирилл, я просто беспокоюсь о тебе. Кирюша. Я просто хочу, чтобы ты всегда был рядом. Сейчас не до этого. Дай мне время. Кирилл, а ты можешь хотя бы не молчать, а говорить мысли вслух? Мне так будет легче. Могу.
Антон Жанне салон красоты купил, так? Да, купил. Он сделал ей подарок. А на какие средства? Наташа же украла у них все деньги, они же бедствуют. Да, они бедствуют. У них ребенок больной. А Наташа украла деньги, предназначенные на операцию ребенку. Интересно получается, то есть на операцию ребенку денег нет, а на салон есть, да? Хорошо, идем дальше. У Наташи фирма. Если Наташу посадят за решетку, они имеют право на ее долю, так? Да, они имеют право на ее долю. И это справедливо. Хотя бы так они компенсируют свои потери. Кирилл, а тебя что-то не устраивает? Устраивает. Просто говорю мысли вслух. Ты же сама этого хотела. Есть кто-нибудь? Хозяева? Да. Антон, зачем тебе нужна Наташа? И на этот раз, пожалуйста, без дураков. Кирюх, ну я же тебе рассказывал, что она украла всю документацию. Деньги, ценные бумаги. А нам еще ребенка лечить. Она меня практически разорила. Так что, если ты ее не найдешь... Хорошо, по поводу Кости и его фирмы ты ничего не хочешь мне сказать? Костя. Зачем мне нужна его фирма? Ты пьяный, что ли? Проспись, иди. Лезет не в свое дело. Антош, да ну его к черту. Он главное нам дал, это след. Дальше давай сами. Сами. А с ним пора кончать. Вы знаете, фрау Штерн, как только вы взялись за дело, так и наши дела сразу пошли вверх. Данки. Со следующего месяца начинаем кампанию. На этот раз флаконы от Рене Лиликан. Так что ждите, и нашу рекламу хотелось бы поместить на первой странице. Данки, я тоже очень надеюсь на длительное сотрудничество. Ну, конечно. С вами приятно работать. Вы как будто наши мысли читаете. Не то что... Наш бывший компаньон. О покойниках плохо не говорят. Не справился с делами. Повесился.